Я пришла домой. Все нормально. Время час ночи. 00:42. Представляете? Блин, я так чудесно провела время. Сейчас я переоденусь. Друзья мои. Ой, я так наелась. Капец просто. Я же после 6-то не ем. После 4 не ем. Ой, а это... Кушать до 12 мне прям как-то не очень. Мой желудок к этому не привык. Я ела офигенный салат. Он называется «Мужской каприз», по-моему. «Мужской каприз», что ли? Что-то такое. Там, короче, язык. Язык отварной. И грудка копченая. Два вида огурца. Свежий, маринованный. Что-то там еще было. Я не помню. Яйцо, кажется. Блин, вкусный. Сейчас меня ждите, ребята. Ждите меня. Вот она я. Всем привет. Пойдемте чуть-чуть уберемся там на кухне хотя бы. Чтобы завтра мне не так это было. О! Я вот так включился. Все. Включился. Чем заняться? Может мне в прямой эфир выйти? В ТикТоке? Что-то спать вообще неохота. Я, короче, в этом пеньюарчике буду. Вы же меня, мне уже как родные. А я вам уже как родная. Короче, где мы только не были. Ё-моё, вообще классно. Сейчас резинки возьму, волосы собрать. Парень потрясающий. Но, блин, между нами могут быть только дружеские отношения. Ой, короче. Мне кажется, мне вообще никаких отношений сейчас не хочется. Мне сейчас одной хорошо. Пойдет? Спасибо, Реал Мадрид, вам за такой комментарий классный. Прям классный. Прям хороший. Короче, он мне про себя рассказывал. Он такой этот... Как сказать? Ну, как вот правильно сказать? Такой вот семейный. Живет с родителями. Он в разводе. Год как в разводе. Вот. Рассказывал тоже, как он страдал после развода. Как ему было плохо. И пил, и все на свете. Короче, алкоголью запивал вот эту свою боль. Заливал. Хотя, вот я удивилась, да, я когда спросила, я говорю, чья была, ну, инициатива развода, он сказал, что, типа, его, он так решил. Но и он же и страдал, представляете? Как-то мне тут немножко нет, не укладывается в голове, как так, если его инициатива и... Он же и страдал.
Кофе пила. Блин, какой вкуснячий кофе. Ё-моё. Я тоже такой хочу. Но он на зернах, вот по-турецки. Кофе по-турецки пила. То, что я пью вот эту ерунду, это и рядом не стоит с этим кофе. А вот из-за этого мне, наверное, спать не хочется, потому что я вот этот натуральный хороший кофе попила. Мне уже говорят, спать неохота. Мне уже нужно покупать новую сумочку. Во-первых, у меня это уже вся страшная. Я не знаю, знаете, сколько ей лет? Ой, ей много лет. Мне кажется, она еще с тех времен, когда я, не знаю, я вспомнила, откуда у меня она. Я вспомнила. Сейчас скажу, сколько ей лет. С 2015 года. 5, 6, 7, 8 лет моей косметички. 8. Пора менять. Все, я покупаю новую косметичку. Хочу себе такой чемоданчик купить, прям, чтобы он так вот так раскрывался. Потом куда-нибудь буду ездить отдыхать и буду брать основной чемодан с вещами, чемоданчик с косметикой. Блин, он такой смешной, мы насмеялись. Офигеть. Сейчас он только ушел, он меня до дома провел, мы постояли, покурили. Он говорит, что даже кофе мне угостишь? Я говорю, поздно уже. Короче, обиделся. Он говорит, все, я тебя понял и пошел. Господи, я надеюсь, что мои женихи не смотрят мой YouTube-канал. Я надеюсь, я вам еще не попалась. А то как-то мне прям неудобно. Мой YouTube-канал — это мой личный дневник. Как мой личный дневник? Даже, знаете, больше как моя подружка. Вот села, все рассказала, поговорила, душу вылила и все. И мне хорошо, и вам хорошо. Людям же интересно такое. Люди же любят такое всякое. Личные истории. То все. Еще он щедрый. Он очень щедрый. И очень это хорошее качество. Я ему говорю, блин, ты такой хороший, мне прям не хочется тебя портить. Он такой, в смысле? Я говорю, со мной ни у кого не было спокойной, нормальной жизни. И вот если с кем я вот встречаюсь, меня знакомят со своими мамами, эти мамы всегда против. Я не знаю почему. Я вроде нормальная девчонка, адекватная. Я мыслю нормально, мне кажется, правильно. И я не пью. Ой, у меня глаза как у этого наркомана красные. Я не пью. Я не... Блин. Знаю цену деньгам. Я никогда ни у кого не прошу. Шубы, квартиры, блин, и так далее. Знаете, что я сейчас захотела? Вот сколько людей красятся на камеру. И я тоже, кстати, иногда бываю. Но никто не показывал, как они себя снимают, эту косметику. У меня звонок по WhatsApp, это он звонит по-любому.